Так, сегодня, ребята, у нас выживание на одном блоке в мире воздуха. Только сначала памперсы поменяю, чтобы не навалить со страху на одном блоке. Ха-ха-ха. Ой, хорошо. Так, ладно, на одном блоке, так на одном блоке. Ой, так, хорошо. Так, ребята, мы на одном блоке, смотрите. О, Люк, нифига себе, тут страшно. Ребята, как наберем 2000 лайков, я выпускаю новый видос. Прямо сейчас ставь лайк, а также подписывайся на мой канал, потому что я очень-очень сильно старался. Поехали! Всем привет, с вами я, Игрокодор. Сегодня бы я хотел поиграть вместе с мистером Нубиком. И да, ребят, как вы думаете? Привет! Ну, привет! Друг! Привет! Друг, это, прости меня за количество, хорошо? Ну, в принципе, да, я прощаю, окей. Я не хотел, друг! Окей, ладно. Я честно не хотел! Ну я понял то, что ты честно не хотел, да, я понимаю. Просто видишь, твой друг, он тебя затянул на гриферство, поэтому ты начал гриферить. А подписчики платят? Ну, давай я спрошу у подписчиков. Ребята, напишите в комментариях, просите ли вы мистера Нубика за гриферство. Напишите «да, прощаю», если не просите, то напишите «я не прощаю», то есть, ну, все будет зависеть от вас. Ну, я решил его простить. Я вообще больше не буду гриферить! Это вообще тупой глюк, нуб! Хорошо, все, твои подписчики лисят, ха-ха, надеюсь, твои подписчики меня простят, ха-ха. Да-да-да. Глюк, чем займешься сегодня? Так, сегодня, ребята, у нас выживание на одном блоке в мире воздуха, то есть, ребят, мы будем в воздухе выживать на одном блоке. Это вообще как на одном? Я же упаду, ха-ха. Ну, упадешь, ну не бойся, не бойся. Мы возьмем 10 досок, а также 5 стекол и еще немножко факелов в магазине на данном сервере DestCraft, ребят. IP и порт будет в описании. Мы сейчас будем тут выживать. Ну хотя я фло, ха-ха, значит не упаду. Ну, наверное. Только сначала памперсы поменяю, чтобы не навалить со страху на одном блоке. Ха-ха-ха. Ой, хорошо. Так, ладно, на одном блоке, так на одном блоке. Ой, так, хорошо. Так, ребята, мне какой-то чувак перечислил 1000 долларов. Ничего себе, ну спасибо. Ой, как хорошо. Фу, вонючие памяты. Ай, ай. Фу, вонючие. Вонючие, ну я понимаю. Ладно, погнали в магазин. Ладно, не буду другу давать, сам выкину памяты. Так, ладно, пусть он выкидывает памперсы. Это наш прежний Нубик, ребят. Кому нравится Нубик, ставьте лайк, потому что он прикольный. Мистер Нубик, он вернулся, и он теперь не гриферит. Ладно, пошли в магазин сходим, посмотрим, где тут магазинчик есть. Так, тут что такое? Нет, это не магазин получается. Ага, вот тут магазин, да? Ну, давай зайдем, посмотрим. Так, ребята, мы на одном блоке, смотрите. О, Люк, нифига себе, тут страшно. Так, ну, Нубик. Давай начнем выживать. Смотрите, ребята, то есть у нас снизу ничего нет, а только один блок. То есть мы пытались там строиться, но мы, оказывается, тут оказались, то есть на одном блоке, да? И теперь мы будем тут строить домик. Ну, погнали. И как тут строить будем? Ну, давай я начну. У меня есть 15 досок, и давай начнем. И раз... Вот так, вот отлично. Уже 2 блока, да, это хорошо. Также есть там такой какой-то домик, тоже кто-то строил на лету. Ну, мы будем на одном блоке, прикиньте, да, это вообще сложно, потому что у нас вообще мало ресурсов с мистером Нубиком. Так, мистер Нубик тоже начинает строить, смотрите. Молодец, молодец. Давай построим домик тут какой-нибудь прикольный, да? Ребята, если вы найдете этот домик, то вы можете как-нибудь сфоткать его, да? И также отправить мне ВКонтакте. Ну, то есть, на мой ВК будет ссылка в описании, а также в комментариях, то есть, можете увидеть. Так, ладно, если вы сфоткаете, то вы будете молодцом. Офигеть, смотрите, Нубик уже строит, молодец. Ну, у нас будет тут такой домик выживания на одном блоке. То есть, мы можем упасть и умреть. Но на самом-то деле там вода, но я не знаю, мы разобьемся или нет. Это, конечно, непонятно. Люк, прости. Тут вообще ничего нету, то есть, у нас нету никакого лута. И это очень сложно строить. Смотрите, у нас ничего больше не осталось. У меня только есть 5 блоков. Вот какая красота получилась! Ой, да, Люк? Да. У меня 5 блоков, ребята, потому что мы
делаем такой челлендж, чтобы выжить с 15 блоками. Ну не знаю, мистер Нуик, может, вообще забрал очень много блоков, досок, да? А у меня много еще. Ну блин, мистер Нуик, мы же договаривались, 15 блоков. А он взял очень много блоков. Ну ладно, в принципе, это нубик, ему можно, да, ему можно. Ловить лук! О, 34 блоков! Нифига себе ты! Ну ладно, давайте мы продолжим построение, раз уж мы начали, уже будем продолжать. Ребята, короче, этот домик будет очень-очень секретным. Если вы его найдете, то обязательно сфоткайте, сделайте скрин, отправьте мне ВКонтакте. Будет очень прикольно и классно. На сервере DestCraft. Да-да-да. То есть у нас там даже есть такая лестница. И мы построили лестницу и сюда дошли. Так, мистер Нубик молодец, уже строит. Ребят, мистер Нубик вообще на самом-то деле уже прогрессирует. Потому что он уже начал хорошо строить дома. Это уже отлично. Так, ладно. Он начал отсюда вот так вот. Хорошо. Пусть будет потолок очень большим. Хорошо. Друг, что-то я вообще устал уже. Хочется отдохнуть. Ой. Ребята, мистер Нубик, ему 6 лет. Он всегда почему-то устает. Да, устает. У него мало сил, поэтому ему нужно набраться сил, чтобы дальше продолжить делать домик. Хорошо, у меня есть 5 стекол. Давайте мы сделаем вид отсюда со стеклами. Так, больше нет стекол. Друг, тут красиво, такой вид. Такой вид, да, я... Офигеть, на самом-то деле реально очень красивый вид. Смотрите, давайте даже подойду. Очень классно, видите, да? Тот домик, конечно, все портит. Ну да ладно, вы можете найти через этот домик наш домик, да-да-да. У меня, конечно, дома есть в туалете окно. Там такой же вид. Туалете? Окно? В смысле, у тебя дома, серьезно? Он говорит, такой же вид. Да нет, мне кажется, это несравнимо. Да, вообще круто, да, в туалете, как окно. Ой, когда я какаю, у меня все видят. Вот, мне кажется, нормально. Вот красота. Прямо вообще крутая красота, красивая, да? Я написал, вот твой туалет. Где? Вот он, ты будешь сюда ходить в туалет, понял, да? Свои памперсы выкидывать. Ой, мистер Нуби, конечно, ему нужен отдельный туалет. Ой, сейчас пошлю. Ой. Что? Мистер Нубик, ты что? А-а-а! Ну-ка, касок, стой! Фу, бей! Я походу в какашках тонул! В какашках тонул? Ну, там, конечно, вода на самом-то деле, а ты думаешь, что это какашки. Это не какашки, это вода, ты что, мистер Нубик? Друг, а ты тоже покакай! Ну ладно, давай, типа, короче, типа я тоже, типа, да, это делаю. О, хорошо тебе, да? Прямо вообще как будто кайф! Да, Глюк? Да-да-да. Я спросил, у тебя есть кровать? Да, конечно! Так, одна кровать только, что ли? Серьезно? Глюк, а второй нету! Ладно, я буду спать! На полу! Я написал, то что смотри, чтобы драконы не прилетели и не забрали тебя тут сверху! Дракон? Что? Да-да-да, дракон! Ой-ой-ой, я заобкакаюсь от дракона! Обкакаешься? Будет жутко вонять! Он забоится от этой вони. Прям как у меня дома в туалете будет вонять. Ай, друг. Друг, я, короче, знаю загадку. Хочешь, загадаю? Да, давай. Так, смотрите, мы построили с одного блока домик сверху на воздухе. Офигеть, это было круто. Короче, висит груша, нельзя кусать. Ребята, напишите комментарии, разгадайте эту загадку. Нубик для вас загадал, и для меня тоже. Какую-то загадку. Висит груша, нельзя скушать. Что это будет? Я написал то, что подписчики отгадают. Ну ладно, давай, будет круто. Ой. Крутая загадка, да? Да-да-да. Я вообще долго гадал, даже думал, что какашка это. Ой. Какашка это? Да нет, навряд ли это какашка, но мои подписчики узнают. Они напишут, они, мне кажется, знают. Да, ребят, вы же знаете эту загадку, да? Вы можете ее разгадать, поэтому пишите в комментарии. Да, давай, это дракон прилетит. Ой, надо поспать. Ха. Ой. Так, ну ладно, я буду тоже спать, ложиться. Буду тут в углу. Ой, хорошо. Будем спать. Ну все, ребят, с вами был я, Игрокодор, а также мистер Нубик. Обязательно поставьте лайк на видос. Было, мне кажется, очень круто, прикольно и классно. Друг, ты летишь! Как я лечу?
Короче, ты когда ловился, ты летал. Я летал? Смотри! Что? Где ты летал? Эй! Да ты просто... Да ты просто лежишь, а я? Да я тоже просто лежу. Почему я летал, эй, мистер Номик? Почему ты так подумал? Я летал? Люк? Нет! Нет, ты не летал, ты просто лежал. А ты летал? Было прикольно. Ай-яй-яй. Ой. Вообще, волшебник ты. Мы повыживали на одном блоке. Мы построили себе домик. Также вы тоже попробуйте. Ставьте лайки, подписываемся на канал. И нажимаем на колокольчик. С вами был я, Егор Кодор, а также мистер Нубик. Что-то хочу послать. Посрать хочешь? Ну давай. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, классно. Ой, заходите, IP и порт будут в описании. Всем пока. Вообще хорошо.